Нарежечки. Кейсы, ставки на спорт, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Для того, чтобы я взлетел, это я не знаю, это надо было бы шаров, наверное, в два раза больше. Но не в два раза, а вот еще 70% от того количества, что имелось. В принципе, я особо не обломался. Я думаю, как вы уже поняли, кто видел в Инстаграме, кстати, фотки, выложил фотки с мотоцикликом. Здорово, Гагик. Выложил фотки с мотоцикликом, и я понял то, что у меня невероятная любовь к этому ижу, Планета 5. Я от того, то, что не полетал, сильно, наверное, не расстроился. Я кайфанул за пацанов, то, что у них получилось. А я ебануто, просто ебануто кайфовал от ижа. Я вот как будто 24/7 готов на нем кататься. Вот этот мотоцикл, это просто космос. Вот с люлькой это сказка. Я вот даже думаю, уже с Продевичем много раз обсуждали, даже без стрима съездить, покататься, уехать в лес куда-то на нем, или на квадроциклах, вот на чем-то упиздить и прям куда-то вглубь. Потому что в глуби леса там интернета нет, а там лес вообще вроде бы маршрут очень большой, а мы даже ни разу по нему и не ездили и не видели, что там. А там, я думаю, в целом просто поинтереснее можно покататься. Ну вот, собственно говоря.